там тоже, видишь, спуск виднеется. Ну, это отдельный регион, видишь, Мазина или как он называется. Да мы сюда не спускались. Нет. Ты знаешь, я не уверен, может быть, мы от Дефаса мы сюда спускались из Альпы. Саш, это Поца ди Фаса, мы сюда спускались из Альбы. Да, это другая страна. Да-да-да, помнишь, это длинная такая, занудная? Там, где куча клопов было. Куча кого? Клопов. Клопов? Что этих мелких? А, как это Саша говорит, боулинг, кикельбан. Интересно, да, как интересно. А там соревнования эти, что? Да, здесь же проходила универсиада. А вот креселка, видишь, какая через дорогу. А, здесь какие тут панорама какая-то. Туда наверх, направо. Вот здесь такая старая древняя. Поца-ди-Фаса, да. Мы же там приехали, да, дальше. Вот это трасса. Низкая трасса. А кто с этими сушками? Он же не стоит там закупать. А, вы что-то не спросили? Да, так это самое. Для соревнований.